Ну что ж, друзья, наидобрейшего вам всем времени суток. Как всегда, с вами у микрофона Дог Браун, а на ваших экранах Lost Ark. Открытое тестирование данного проекта начнется уже скоро, и в связи с этим я решил, что было бы неплохо продемонстрировать вам все игровые классы, которые будут доступны на ОБТ, дабы вы могли примерно определиться с тем, какой персонаж вам больше по душе. Ну а уже более подробный разбор классов и их умений ждите после выхода игры. Хочу напомнить вам, что в Lost Ark на старте тестирования будет доступно 4 основных класса, у каждого из которых по 3 подкласса. Ну а суммарно мы получаем 12 разных игровых персонажей, у каждого из которых свои особенности и умения. Ну а позже разработчики добавят еще 2 основных класса с 3 подклассами у каждого. И вот уже тогда мы получим суммарно 18 игровых персонажей, о которых говорили разработчики еще в самом начале. По сути, система классов в Lost Ark чем-то отдаленно напоминает Айон. Там вы тоже выбирали класс, а по достижению 10 уровня вам давали выбрать подкласс. Ну вот и тут будет нечто похожее. Ну, надеюсь, с этим все понятно и можно переходить к демонстрации. Однако сначала хочу порекомендовать вам биржу игровой валюты и ценностей FunPay.ru. Там вы сможете купить или продать игровую валюту практически для любой MMORPG. Причем по самым выгодным ценам и удобным для вас способам. Ссылка в описании. Ну а теперь давайте перейдем к демонстрации непосредственно самих игровых классов. Первый основной класс, который мы посмотрим, это класс Warrior, а первый его подкласс это Warlord. Перед нами по сути танк мира Lost Ark. Использует в бою щит и копье винтовку, так что эффективен не только в ближнем бою, но и на средних дистанциях. Ко всему прочему, учтите, что для некоторых навыков нужно будет затариваться пулями. Следующий подкласс варьеров — это Берсерк. Данный класс является АОЕ персонажем с огромным двуручным мечом. Обладает режимом ярости и мощными рассекающими ударами с эффектами подбрасывания и оглушения противников. Следующий подкласс это Destroyer, очень мощный ДД персонаж с огромным двуручным молотом и невероятно большим вливаемым дамагом. Далее в нашем списке основной класс Fighter и первый его подкласс Battle Master. Он из себя представляет сильного ДД с высокой ловкостью и очень высокой скоростью. Также данный персонаж обладает массой комбо-атак. Следующий подкласс это Infighter, еще один персонаж ближнего боя, который также сражается кулаками. Суть в том, что боевая система у данного класса основана на двух видах энергии, которые он использует во время боя.
Последний подкласс в этой ветке – Force Master. Еще один кулачник, также с высоким ДПСом, однако с возможностью атаковать на средних дистанциях. Что-то вроде стрельбы из кулаков. Следующий класс это ганнеры и первый подкласс в этой ветке Devil Hunter. Это стрелок, который может использовать парные пистолеты, дробовики и винтовку. Каждому оружию, между прочим, имеется свой набор умений, так что персонаж достаточно разнообразный. Следующий подкласс ветки ганнеров – это бластер, своего рода инженер Эстеры. Однако его оружие имеет несколько разных режимов, так что можно и стрелять из него, и как огнеметом пользоваться, и даже турель ставить. Ну а последний подкласс в данной ветке это Hawkeye. По сути, это типичный лучник мира Lost Ark. Ну а теперь переходим к последнему основному классу, Магишан, и первый подкласс это Бард. По сути типичный Бард с арфой в виде оружия и массой умений поддержки, такие как щиты для пати и разные бафы и усиления. Следующий подкласс это Суммонер, по сути типичный призыватель с массой самых разнообразных призываемых существ. Ну а теперь переходим к последнему подклассу. Это Аркана. Уникальный магический персонаж, использующий колоду карт как свое оружие. Выглядит боевка просто шикарно.
Ну что ж, друзья, вот, собственно, на этом и все. Это были 12 классов, которые будут доступны для всех вас на открытом бета-тестировании Lost Ark. После того, как игра перейдет в ОБТ, ожидайте на канале более подробный разбор каждого класса в отдельности. Ну а также не забывайте подписываться на стрим-канал, на котором мы с вами будем тестировать Lost Ark. Да и не только, там много чего интересного. Ну и конечно же, подписывайтесь на основной канал, на котором находитесь сейчас. Жмите на колокольчик и не пропускайте новые видео. Впереди еще много чего интересного. Всем удачи, классных игр! И пока.